Судебное заседание по делу сбитого мальчика в Южном перенесли. У обвиняемого появился еще один защитник, который ходатайствовал о перенесении. Это связано с тем, что адвокат еще до конца не ознакомился с материалами дела. Также изменился защитник и у истца. Кроме того, на заседание пришел эксперт, который в день ДТП проводил 3 экспертизы. Чуть больше года назад в Южном произошло ДТП. Автомобиль одной из воинских частей сбил ребенка. За жизнь мальчика врачи боролись несколько дней, но его так и не удалось спасти. Он умер, не приходя в сознание. Бойца Айдара обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть.